Так, если что там мило еще есть на подоконнике, если вдруг там у кого-то маленький кусочек. Угу. Да, просто у вас, например, буква Z практически не прописалась вот в знаменателе, в этом числителе. Угу. Так, вы готовы, да? Хорошо, значит, вот задача 3407, там нас спрашивали смешанную производную посчитать, да? Да. Нет, не в этой задаче смешанную. В этой z' по x, z' по y, да? Да. Угу. Хорошо. Там вопрос, при каких условиях это выполняется. Да. Можно, да. Значит, но тут чтобы нужно, чтобы выполнялись условия теоремы, да? Вот. А напомните, мы когда с вами обсуждали эту теорему, писали некоторый определитель, который должен быть. Я еще сказал такие слова, что те же самые условия неравенства нулю определителя означают, что вот полученная линейная система, то есть когда вы взяли дифференциал, однозначно разрешима относительно нужных вам переменных. То есть, к примеру, здесь вы хотите выразить z через xy, ну и автоматически еще u через xy и v через xy. Значит, что тогда нужно проверить, да, что вы из этой системы действительно однозначно сможете выразить dz, du, dv через dx и dy. То есть посмотреть, при каких значениях вот этих u, v, w, u, v и что там у нас, x, y, z, вот при этих, да, при каких значениях система такая линейная действительно допускает представление, когда вы du, dv и dz выражаете через dx, dy. Значит, не обязательно при этом проверять равенство нулю у определителя, который тут будет. Ну, так, хорошо. Значит, ну давайте посмотрим, что вы сделали. Значит, вы взяли дифференциалы, да? Потом, да. Такие коэффициенты, да. Эти, да. 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 Вот, а всегда удается такие коэффициенты подобрать? Ну, может, так, вы вот эту систему решили как? С складыванием, вычитанием, да, строчек? Ну, получается, да. Из этой вычел этого, да. Нашел B, ну, да. Поставил какое-то уравнение, угу. Полученное значение. Да, ну вот давайте мы проверим. 3 вторых U плюс V, да, это B оказалось, а A оказалось минус 3 UV. То есть, в принципе, получается, Z у нас всегда выражается однозначно, да, через DX, DY. Вот, то есть тут никаких ограничений, получается, нет. Но еще может возникнуть вопрос, а когда сами u и v однозначно выражаются через dx, dy. Вот, то есть нам нужно тогда посмотреть на вот этот определитель, если написать вот сверху, да, 1, 1, 2, u, 2, v, вот такой, 2 на 2. 1, 1, 2, u, 2, v. Вот если такой определитель не равен нулю, то вы однозначно сможете выразить u и v через dx, dy. Ну, это как обычная линейная система. Значит, все-таки есть ограничения. Да, u не должно равняться v. Для z никаких ограничений не возникло, мы всегда сможем z однозначно выразить через dx, dy. А для u и v получается, что не всегда так. Вот, то есть если определитель равен нулю, то мы это сделать не можем. Тогда теорему мы применять не можем. Значит, вот единственное условие — это u не равно v. Вот так. Хорошо. Но там еще задача так сформулирована. Да. Ну давайте, давайте прочитаем. Давайте сейчас почитаем, что тут сказано. В какой области плоскости OXY система уравнений, вот такая, да, принимают, сейчас, в,
какой области плоскости OX, Y, да, вот система таких уравнений, где параметры O и V принимают всевозможные вещественные значения, определяет Z как функцию от переменных X и Y. То есть надо понять, вот теорему мы можем применять когда? Вот мы выяснили, да, при U не равных V. Вот, то есть нам получается, нужно, чтобы вот здесь, да, не было совпадения U равно V. U равно V — это соответствует каким, значит, множеством точек X и Y. Получается, это соответствует таким. X равно 2U, Y равно 2U квадрат. Да? Вот, то есть получается, что Y равен X квадрат пополам. Связь такая, да? То есть вот для точек Y равно X квадрат пополам, для них U равно V. То есть на этой параболе мы не можем выразить функцию z через x, y. То есть вот действительно есть тут вопрос тонкий. Значит, мы определили эти условия сначала через параметры u и v, а потом нужно перевести это на язык x и y. То есть сказать, какие точки у нас тогда выпадают. Ну вот получается, что когда u равно v, это точки параболы. Вот. В ответ вы заглядывали, там было что-то сказано про это, нет? Там что-то там, А, больше либо равно написано, да? Ну, в принципе, можно действительно понять, что должно быть больше либо равно, потому что есть неравенство между средним квадратическим, да, и средним арифметическим. То есть, смотрите, y — это u квадрат плюс v квадрат, да? А x — это u плюс v. Вот если вы вспомните, неравенство между средним квадратическим и средним геометрическим выглядит так, арифметическим. Корень из u квадрат плюс v квадрат под корнем пополам. Больше либо равно, чем u плюс v пополам. То есть это как раз означает, что корень из y пополам больше либо равен, чем x пополам. Ну вот отсюда получается неравенство, что y должен быть действительно больше. Вот. То есть иначе получается, ну, где оно равно, там нам теорема не гарантирует, что мы можем выразить. Вот. А значит, остальные точки получается, что больше. То есть просто нету... Ну вот как себе это представить, да? Вот представьте себе пятимерное пространство. Представили? X, Y, Z, U, V. В нем заданы три соотношения. Это что означает? Каждое соотношение понижает как бы размерность поверхности на единичку. То есть если одно соотношение, это называется гиперповерхность, она как бы на одной размерности меньше. То есть, к примеру, одно условие в трехмерном пространстве, это значит поверхность двумерная. Да? Если два условия в трехмерном пространстве, это будет кривая. Вот здесь, получается, мы понизили три раза. То есть, получается, эта поверхность как бы плоская, но расположена она в пятимерном пространстве. И вот эта поверхность, если ее спроецировать на плоскость OX, Y, она будет всюду лежать выше параболы. Вот y равно x квадрат пополам. То есть где-то она в пятимерном пространстве есть, но мы ее можем приплюснуть, спроецировать. И вот она попадает туда, вот в эту зону. Спасибо. Так, да, пожалуйста. Так, ну хорошо, спасибо большое. То есть у вас на самом деле правильный вопрос, да, по этой задаче, потому что то есть, ну, посчитать это одно, да, условия теоремы проверить другое, а тут действительно вопрос тонкий. Так, задача 3391. Нужно было посчитать дифференциал второй, да, вот неявной функции x, y, z равно x плюс y плюс z. Но, собственно, идут вычисления, да? Я сначала считаю первый, то пишу. Да. Волшебный дифференциал. Да. Потом у нас выражают dz через dx. Да. У нас z становится зависимым. Да. То есть мы получаем соотношение, чему равно z' по x и чему равно z' по y. Только важно помнить, что z — это функция теперь. То есть это, по сути, дифференциальное уравнение написано. Если вы хотите найти производную, например, повторную по x, то вам нужно продифференцировать левую часть по x. Ну, собственно, вы это и сделали, да? По y, а там по x, по y, вот ваша задача, да, смешанная? А, не, у вас второй дифференциал, я понял. Так, то есть вы посчитали, по x два раза вы не считали, да, получается? А, так, а просто аналогично, да, я понял. Все понял. Ну, то есть дальше идут подсчеты. Единственное, что у вас будет появляться в процессе вычисления z' по x, да, и по y, и вам нужно туда подставлять равенство, которое вы уже нашли.
Ну, то есть по схеме, наверное, вопросов нету, да, там по технике могут быть, что, ну, вычисления такие, производные нужно считать. Хорошо, да, спасибо. Все, спасибо. Да. А вот вы нам рассказывали, когда мы изучали потенциал высших порядков, схему, что от первого порядка пути ко второму, то нужно обозначить, что dx, dy будем считать константами. Да, 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 да. Вот здесь можно ли... Здесь, а здесь та, часть? Тут та же схема. Да. Вынести вот один на x, y минус единица, да. Вынести, да. И смотреть на то, что в скобках, и от этого брать дифференциал. Но вот это же тоже зависит от x и от y. То есть вам от нее тоже нужно брать дифференциал. Да. То есть вы можете брать дифференциал как отношение. То есть так же, как с производными, есть правило. Да, есть дифференциал, например, от отношения. D от u v, это есть v квадрат. Значит, v du минус u dv. То есть так же, как с производными. То есть, например, если вы записали вашу функцию, вот u, то, что вы сказали, числитель, да, а v это знаменатель, ну, можете вот этой формулой воспользоваться. Только, опять-таки, действуйте так, что dx и dy — это константы. А потом в конце вспоминаете, что новые dx и dy — это те же, которые были старые. То есть вы могли посчитать вот так производные, а могли взять сразу дифференциал по тому правилу, как вот. То есть если вы с этим методом освоились, то, ну, может, даже чуть-чуть проще будет тогда. Ну, то есть сразу. Сразу. Да. В принципе, это одно и то же, просто немножко по-разному оформлено. То есть тут вы сразу производите вычисление всех производных, а тут по очереди, да. Я попробую выразить Z. Да. Ну, в данном случае, да, в этой задаче можно выразить z и потом посчитать. То есть, ну, да. Так, ну, ответ другой у вас получился, наверное, по той причине, что вы не учли там потом равенство. Вот здесь же равенство получается z равно чему? X плюс y поделить на xy минус 1, да? Вот, вот если вы используете это соотношение в том ответе, который вы получили, если вы правильно посчитали, то вы получите, что это будет одно и то же. То есть вот, к примеру, xy минус 1, как еще можно записать? Xy минус 1 — это есть x плюс y поделить на z. Вот. То есть вы можете заменить xy минус 1 на x плюс y поделить на z. И у вас уже ясно выражение поменяет вид. То есть это может быть правильный ответ, просто ну, в другом виде, скажем так, написан. Но идея в этой задаче была, конечно, не в том, чтобы в явном виде выражали и считали второй дифференциал. Так? Как это? Так любой может, да, мы так уже с вами делали. А вот по неявной функции — это новый метод у нас. Ну, хотелось его отработать. Просто если давать задачу такую, где в явном виде оно не выражается, то могут быть довольно сложные вычисления на второй дифференциал. Поэтому я специально выбирал попроще вам задачку. Так, хорошо, значит, еще просили на неявную функцию 37, да, 3407.2.
Вот какие-то выкладки или если что-то делается аналогично, вы можете опускать их. Да нет. Да. Просто чтобы сократить. Ну, собственно, уже все. Угу. Так. Ну что, готово? Сейчас висит здесь еще одно, сейчас такое есть. Угу. Немножко уйдет. Тоже какой-то шаг пропустил. Угу. Хорошо. Все, все, я понял. Я просто приравнял сам эту свою. Если Y поставится на X, B, угу. Так, ну что, ну давайте, Рубен, наверное, вас тогда, да, если ну, вы. Ну, собственно, для начала мы выделим y как да. u умножить на x минус b. Да. И вот сразу мы попозим. Так, давайте я только сначала скажем, да, что в этом, что нужно было здесь сделать. Нам нужно было преобразовать. Вот это называется уравнение Стокса, да. А замена предлагается такая. U — это y поделить на x минус b, это новая зависимая переменная. А t равно логарифм модуль x минус a поделить на x минус b — это новая независимая переменная. Угу. Там так. Ты сказал, что она новая независимая переменная? Ну, u от t же у нас должно быть, правильно? Тут ну, u за функцию, общем, а переменная да, t. То есть, ну, в общем, да. Синонимы, скажем так. Да. Вот. Ну, сначала да. Перезвоним t по x, возьмем да. Это будет такая. Угу. Потом берем у да. y'. Да. Это будет du по dx. Угу. Плюс u. Du по dx мы возьмем угу. По dt на dt по dx. А dt по dx мы уже посчитали. В итоге это вот это вот. Так, сейчас, значит, y' у вас откуда? Это вы, значит, это вы выразили, да? Сначала y выразили через да, u, то есть y равно u умножить на x минус b, а потом продифференцировали. Вот. Но только лучше с точкой писать тогда, да, а не штрих. Как вот делают в механике, вы будете делать. Да, это сразу как бы, ну, путаница с двумя точками, да. Это бывает удобно, что сразу вы видите, где производная по x, а где по t. Так, и тут то же самое, да? Угу. Так, то есть вы выразили сначала y через u и x, да, и взяли, ну, производную, то есть как отношение, получается, двух дифференциалов вот таких нашли, да? Да. Так, а потом нужно y', когда вы посчитали, еще раз продифференцировать по x. Да. Ну вот да. Это складываем произведение. Да. Вот да. Это вот мы посчитать можем. Да. Сложно, это, соответственно, ну, написано да. Все. Ну и тут под это да. На x эти сократятся, он у нас да. Переносим сюда, на соответственно, выкатки, и в итоге приходит да. К этому вот. Угу. Ну, а это у нас равно вот этому, вот, учитывая, что y уже поменялось. Угу. Ну и, соответственно... Так, то есть вот это вы выразили, это вы написали дифференциальное уравнение, да? Начали, так, начали с чего? А, то есть это y2 штриха, оно, вот оно где? Оно здесь уже? Вот это оно, да? Да, вот это y2 штриха, оно вот до сюда, да? Да. А потом, да, понял. А потом вы сразу уже подставили в уравнение. То есть вот то, что было сделано раньше, это подсчет, чему равно y2 штриха, когда выражается через u с точкой с двумя точками, а потом уже написано уравнение, в котором y подменен на u. Так. И в результате сократился, да, x, осталось вот такое вот уравнение уже с постоянными коэффициентами.
второго порядка, ну, вы будете изучать в дифференциальных уравнениях, такие решаются очень просто. То есть там получается однородное уравнение с постоянными коэффициентами, решается вот буквально там за пару минут, скажем так. То есть они, это несложное уравнение. Так, хорошо, спасибо. Значит, если в дифференциальном уравнении правильно угадать с заменой, может оказаться так, что после замены дифференциальное уравнение станет простым, и его можно будет легко решить. Ну что, Олег, давайте вас послушаем. Так, вот доделана задача, да, по подсчету смешанной производной. Значит, эта задача, давайте я сейчас условия, да, ее скажу, что там у нас такое было. Найти, да, смешанную производную, угу, в точке, где u равно 2, а v равно 1. Да. Вот, ну, дифференциал мы посчитали. Да. Вот, потом дальше, чтобы найти z, ну, да, смешанную производную равны. Да. Я просто взял вот эту и... Это z' по x. И продифференцировали, да, теперь по y. Да. А здесь получается вот так. Ну, счет, да, такой получается. Да. А в итоге надо еще подставить, чему равно у-штрих по y и в-штрих по y. Да, ну вот здесь записан такую же систему дифференциала. Да. Я просто не записал. Да. Но вообще вот получается вот такое. Вот здесь, да, здесь уже можно подставить конкретные числа, потому что мы больше дифференцировать не будем, значит, можно подставлять. Да. Ну, дальше, соответственно, выражаем dv и dv через dx и через, да, dy. Ну, вот тут даже можно вот эти было не находить. Да. Штрихи по y, да, а и, соответственно, теперь их, ну вот, да, у нас тут v и u уже известны, да, а подставляем вот эти. И получили такой численный ответ. Совпало, да, у вас? Не совпало. Не совпало. Так, ладно, это нехорошо. Значит, ну давайте, давайте посмотрим, ну, какой там ответ. 25 получилось? Сейчас, подожди, А вот сколько? Я просто потом еще взял, ну, производную по... То есть по схеме вроде бы все правильно, а вот... Ну, если вы, да, везде здесь помнили, что и u, и v — это у нас функция от y, всюду дифференцировали, потом подставили. 7,25. А у вас сколько? -3,25. У вас минус 3,25. Что? А никто не смотрел, что там в конце? А там в конце странно получается. Там вот здесь, да, получится 5. Значит, мы делим на 5 в какой-то степени. Ну, в квадрате, значит, 25-х. Да. Делить на 161, что-то там другое. Да, да, что-то такого. Понятно. Ну, хорошо, давайте так. Давайте я посмотрю дома, чтобы сейчас время не тратить, и потом вам скажу, что там, что у меня получилось. Да, мы потом сравним ответы. Я взял производную, ну, по-другому. Хорошо, я проверю. Ну, есть, конечно, вероятность, что мог я где-то ошибиться в прошлый раз, да, когда вел, и тогда вы из неправильной предпосылки могли... как бы решать задачу. Но я проверю все решение тогда, 3407. Да нет, я дифференцировал. Что? Как, что найти? dz? Так, ну просто берете дифференциал, и у вас получается dz равно 2u dv плюс 2u v du. Дифференциал от произведения. То есть это как вот я писал вам, ну стер уже, да? Дифференциал от отношения, также вот с произведением. Так, хорошо, значит, еще вы просили задачу 34-33, да, давайте ее разберем. Так, 34-33. Но вот я думаю, что это неспроста, что у вас у троих совпало, значит, видимо, вы правильно посчитали. Ну, 7,25. А у вас минус 3, да? Вы с нуля решали. У вас минус. Да. Да. Ну, то есть устроим голосование потом это в группе, так сказать, варианты ответа. Ну хорошо, я порешаю сам тогда, да, еще раз прорешаю ее и скажу вам в следующий раз, что получилось. Просто уже слишком много времени не хочется на нее тратить сейчас, на эту задачу. Так, преобразовать уравнение в этой задаче нас спросили. Y 2 штриха плюс 2 поделить на x, y штрих плюс y равно 0. Так, значит, здесь нужно было x принять за функцию, а t равно xy за переменное. Итак, значит, x это будет функция у нас, t равно xy. Вот.
t это будет у нас такая переменная. Ну хорошо, давайте мы с дифференциалами сразу, да, завяжемся, так сказать. Возьмем дифференциал dt. Что это такое? Вот меня как раз спрашивали дифференциал от произведения. Это y dx плюс x dy. Вот, значит, получилось вот такое соотношение. Нас интересует dx по dt, да? Нас интересует dx по dt. Ну, вообще нам нужно выразить сначала, да, y', то есть подставить, чему равно y'? Dy поделить на dx. Ну, давайте поделим вот здесь на dx. Одну часть и другую часть. Значит, будет у нас dt поделить на dx равно y плюс x умножить на dy по dx. Значит, можем выразить dy. Что-то не то? Я поделил на dx. Вот это равенство поделил на dx. Значит, так, отсюда получается у нас, что значит, dy по dx это есть dt по dx, но нам удобно будет перевернуть, да, то есть это что такое? Это единица поделить на x точкой. Вот это перевернутая производная, единица на x точкой. Значит, единица на x точкой, но мы еще потом поделим на x. Минус y поделить на x. То есть вот у нас получилось такое соотношение. Да? Y' вот он такой. Так, x точкой x минус y поделить на x. Ну давайте сейчас еще раз возьмем штрих. Еще раз возьмем штрих. То есть нужно взять дифференциал от вот этого, поделить на dx. Тоже можно как сложную функцию потом в итоге, да? Так, то есть вот это что у нас? Нужно взять d от вот этого, поделить на dx. Это есть d, взятое от вот этого y' по dt, и единица поделить на x точкой. То есть там получается dt по dx. Вот dy' да, здесь dy'. Вот, то есть я беру то выражение для y', которое мы получили, вот оно, и его еще раз дифференцирую по t. Значит, давайте дифференцирую его по t. Ну, квадрат знаменателя. Ну, здесь производная числителя — это 0, минус, значит, числитель на производную знаменателя, то есть минус. Производное знаменателя по t мы дифференцируем. Это x двумя точками x, но еще раз минус x точкой в квадрате. Это я взял производную пока что от первой дроби по t. Значит, теперь от второй дроби по t. Тоже как производное отношение. X квадрат, значит, y с точкой x минус yx с точкой. Значит, а что такое у нас y с точкой? Это есть y' умножить на x' по t, то есть получается на x точкой. Вот так. y', причем мы знаем тоже выражение. Так, то есть это получается у нас единица на x минус yx с точкой поделить на x. Так, хорошо. Значит, давайте сейчас подставим, получим ответ, что там получается у нас. Так, ну еще в конце нужно поделить, да, я еще не написал. Вот здесь, да. Ну потому что это что такое? Это dy поделить на dx, а это dx поделить на dt. Вот как я вам говорил, когда функция одной переменной, там все просто. То есть производная — это отношение дифференциалов. Так что тут, ну, простые такие вот выражения. Так. Хорошо, значит, y два штриха, чему получилось равно? Вот надо упростить вот это выражение. Ну, может быть, приведем к общему знаменателю, я не знаю, стоит. Давайте попробуем. Приведем к общему знаменателю. Так, x с точкой
у нас становится даже в кубе, потому что мы еще делим, да, потом. Вот тут еще умножить на единицы на x точкой. Так, давайте x точкой в кубе, x в квадрате, минус x две точки x, минус x с точкой в квадрате. Это в первой дроби, что было, там никаких дополнительных множителей не было. А вот тут появится, да, значит, у нас появится x с точкой в квадрате, то есть минус, так, y с точкой, сейчас, y с точкой мы вот считали, да, вот оно, давайте сейчас, y с точкой мы умножаем на x с точкой в квадрате. А что там получается у нас? Так, да, да. Ну, давайте вот так напишу. Минус y x точкой в кубе. Так, значит, вот теперь мы должны переписать вот эту штуку. Это у нас умноженную на x. А ну вот она умножается как раз на x, значит, вот эта штука пропадает. А вот, как раз. То есть знаменатель вот этот пропадает. Значит, остается у нас x с точкой в квадрате. Так, но плюс y x точкой в кубе. Так, это мы вот это слагаемое выразили, где сейчас оно было. Сейчас вот, вот это. Еще становится плюс y умножить на x точкой. Но x точкой мы еще умножили, да, на x квадрат. Так, это получается, мы вот эту дробь записали. Вроде бы все, да? Вроде бы все. Так, значит, вот мы выразили y два штриха. Y штрих, значит, давайте сразу поделим, умножим на 2, поделим на x. Чему это будет равно? Значит, ну и к общему знаменателю приведем, да? X с точкой x в квадрате 2, 1 минус y x точкой. Так, вроде бы вот так. Так, ну и еще у нас, что там, y сам по себе. Ну, значит, y — это t поделить на x. И вот теперь надо все это сложить и приравнять к нулю. Так, давайте мы сразу умножим, например, вот эту сумму на знаменатель, который вот здесь написан, на вот такой, чтобы у нас не было никаких дробей в итоге. Значит, что у нас остается? Минус x двумя точками, x, минус 2 x точкой в квадрате, плюс 2 y x точкой в кубе. Так, ну тут умножить, да, тут не функция. Так, это первое. Потом, вот это мы умножили на x точкой в кубе, x в квадрате. Значит, x с точкой в квадрате еще добавится. Плюс 2 умножить на 1 минус y x точкой умножить на x точкой в квадрате. Так, еще мы прибавляем t, которое умножается на x в первой степени и на x точкой в кубе. И вот это равно нулю. Так, давайте смотреть, что сокращается у нас. Минус 2y x точкой в кубе. А тут плюс 2y x точкой в кубе. То есть вот это и вот это сокращаются. Вот они уходят. Вот так, да? Дальше. Минус 2x точкой в квадрате плюс 2x точкой в квадрате. То есть это хорошая примета, то, что у нас сокращается. Это значит, что, скорее всего, мы правильно посчитали. Ну, x, да, как правило, на x тут еще можно. Мы спокойно на него делили, умножали, то есть мы считали, что x не равен нулю, но это было понятно вот из этого уравнения, да, что оно не определено при x равном нулю. Так что давайте теперь на x поделим, и мы получаем уравнение, и x двумя точками перенесем в другую часть. Получается, x двумя точками равно t умножить на x точкой в кубе. Вот если еще x точкой выбрать за новую функцию f, да, ну давайте f назову, получится f с точкой равно
t умножить на f в кубе. Вот такое уравнение, оно легко решается. Это называется уравнение с разделяющимися переменными, потому что вы легко можете поделить на f в кубе левую и правую часть, у вас слева останется только f, а справа останется только t. Оно решается очень просто, там, интегрированием. Ну вот, можете подумать на досуге, да, как решить эту задачу. В принципе, вы уже сейчас в состоянии решить такое дифференциальное уравнение. Так, ну что, совпало, да, с ответом? Вот, ну хорошо. То есть выкладки тут не очень приятные, да, скажем так, мягко. Вот, но я надеюсь, что вы, по крайней мере, по схеме понимаете. То есть когда речь идет о функции одной переменной, вообще мало проблем, потому что вы всегда можете записать производную как отношение дифференциалов и работать с ними как с независимыми такими штуками. Хорошо, значит, давайте мы будем продолжать. Мы разобрали с вами ситуацию, когда нужно было менять переменную. Ситуация у нас была еще достаточно простой. Ну, простой в каком смысле? Не в техническом, в техническом видно, что сложно. А по сути, по своей. То есть у нас была одна переменная зависимая, одна независимая. Потом переходили к другой ситуации, новая могла быть какая-то переменная зависимая и новая независимая. И они были связаны друг с другом некоторыми соотношениями. Вот, научились выражать, да, в разных ситуациях, как вот одно дифференциальное уравнение преобразовывать в другой. То есть если говорить коротко, то что примерно происходит? Вот у нас дано соотношение некоторое, да? Его можно воспринимать как задание некоторой поверхности, вот в данном случае поверхность двумерная, в трехмерном пространстве. То есть три координаты x, y и t — это третья координата как бы вместо z. Вот у вас написано уравнение t равно x, y. Это седло, да, как вы знаете, поверхность второго порядка. Вот. Однополосный гиперболоид, да, вот, седло. То есть так, вот так. Вот, значит, что дальше происходит? Вот то, что здесь написано, вот такое соотношение, его можно воспринимать как нечто, происходящее в касательной плоскости. То есть мы берем какую-то точку на такой поверхности, проводим к ней касательную плоскость. В ней как бы y и x мы воспринимаем как некоторые константы, поскольку мы выбрали точку, конкретные координаты x, y, t. А dx, dy, dt — это просто дельта x, дельта y и дельта t. То есть некоторое соотношение, которое есть между этими дельтами в касательной плоскости. То есть мы пока не задумываемся о том, какая переменная зависимая, какая независимая и так далее. Но если, к примеру, вас просят найти производную, ну вот, сделать, например, как здесь, мы делали замену переменных, и нам тогда нужно суметь выразить производную по y через производную x по t. Получается, что вот это некоторое такое, как бы вам сказать, такое место сбора у всех функций из разных, так сказать, пространств. Слет у них происходит. Значит, тут запрятаны разные ситуации. Да, ситуация, которая у нас была, когда здесь запрятана была функция y от x, и когда здесь запрятана функция x от t. Они все сходятся в том, что какую бы ситуацию вы ни рассматривали, дифференциалы между ними связаны вот ровно таким соотношением. То есть считаете ли вы, что y зависит от x, будет вот это равенство выполняться. Считаете ли вы, что x зависит от t, будет тоже это равенство выполняться. То есть вот это как бы место встречи, это то, на чем они все договорились. Поэтому вот вы записали такое соотношение, а потом вы можете крутить его как угодно. То есть у нас dy и dt — это просто реальные объекты. И если в какой-то момент вы посчитали, чему равно отношение dy поделить на dt, то это как раз будет производная y по t. Там dy по dx — это будет производная y по x. dx поделить на dt — это будет производная x по t. То есть интерпретацию вы можете давать уже в самом конце. А пока вы с этим работаете, вы не задумываетесь, кто здесь зависимый, кто независимый. Они все находятся на равных условиях. Вот так. Так, ну хорошо, значит, мы сейчас перейдем к другой ситуации, к следующей, когда у нас будет несколько независимых переменных. То есть вот то, что мы сейчас обсуждали, это скорее то, что вам пригодится на дифференциальных уравнениях, то есть в следующем году учебном вы будете делать преобразование дифференциальных уравнений. Вот, а то, к чему мы сейчас переходим, это уже третий курс уравнения в частных производных. То есть то, что вы будете делать через два года. Схема такая же, но появляются некоторые нюансы, связанные с тем, что вы не можете теперь найти частные производные просто как отношение дифференциалов. То, о чем я вас предупреждал, что d круглая — это уже что-то серьезное. Так, например, возьмем с вами задачу такую, 34,58.
34,58. Значит, есть вот такое дифференциальное уравнение. dz по dx равно dz по dy. Так вот, предлагают здесь перейти к новой функции, которая зависит от кси и от это. Кси равно x плюс y, это равно x минус y. То есть в чем тут ситуация, да, о чем нас здесь спрашивают? Вот у нас была переменная z, которая зависела от x и от y. Сами по себе x и y, они каким-то образом через эти соотношения, ну, можно в данном случае легко выразить, как, да, зависят от кси и от это. Значит, у нас появляется сложная функция, новая, да, зависимость z от кси и от это. Ну и понятно, что если было какое-то соотношение, то есть как, не абы какая функция нам подходила z от x, y, да, а та, которая удовлетворяет вот этому равенству. Тогда понятно, что в результате преобразования у нас тоже получится не просто какая-то функция, она тоже должна удовлетворять какому-то соотношению. Так вот, как нам до этого соотношения добраться? Но опять-таки с помощью теоремы о неявной функции. Ну, в данном случае как бы о системе неявных функций. Так, значит, берем волшебный дифференциал, да, и получаем. Но только сюда нужно кое-что добавить. Сюда нужно кое-что добавить в эту систему. Ну, потом мы сначала возьмем дифференциал. Dxi равно dx плюс dy. D это равно dx минус dy. Ну и в конце еще что нам нужно? Значит, нам нужно будет выразить z' по x, dz по dx и dz по dy. Да, вот эти штуки нам нужны будут. Сейчас. Давайте вот как напишем. dz равно вот dz по dxi умножить на dxi плюс dz по dэта умножить на dэта. То есть это написан дифференциал функции сложной, вот этой, z по кси, z по это. Вот мы его приписали. Получилась у нас такая система. Так. А теперь давайте мы вот что сделаем. Мы возьмем вот это dxi, подставим его вот сюда, ну то, что вот тут получилось, да, возьмем вот это dэта, подставим его вот сюда, и мы получим выражение дифференциала dz через dx и dy. И вот то, что будет стоять перед dx, это z' по x, а то, что стоит перед dy, это z' по y. Вот так. Ну, давайте сейчас реализуем этот план. Значит, да. А мы еще, ну как, я написал дифференциал функции z. То есть у нас есть вот эта функция загадочная, z от кси это, сложная, да, о которой я говорил, которая как композиция. Вот ее дифференциал написан. То есть мы знаем, что dz это есть линейная комбинация, производная по кси умножить на dxi плюс производная по это умножить на dt. Это с одной стороны, да. А с другой стороны, давайте мы сейчас подставим чему равно dxi, чему равно dt. Значит, dz равно dz по dxi умножить на dx плюс dy плюс dz по dt умножить на dx минус dy. Теперь перегруппируем слагаемые так, чтобы отдельно у нас был dx, отдельно был бы dy. Это я вам рассказываю общую схему, хотя в данной ситуации можно было бы решить задачу просто по производной сложной функции. Можно было бы это сделать. Сейчас давайте мы второй способ тоже обсудим. Итак, мы получили следующее. Наша функция z от xy, когда мы рассматривали, она должна иметь... Да, я понял. Вот, проверял вашу внимательность. Значит, мы с вами знаем, что
дифференциал нашей обычной функции dz от x и y, он выражается таким образом. Z' по x dx плюс z' по y dy. С другой стороны, мы получили, что dz выражается вот таким вот образом. Но значит, то, что у нас написано перед dx, это и есть z' по x, а то, что написано перед dy, это z' по y. Вот оно. То есть как это можно воспринимать, да, как это можно все объяснять? Вот у вас есть, значит, такие соотношения, да, у вас есть такие соотношения. Вы рассматриваете касательное такое пространство. То есть, ну, правда, у вас сколько переменных получается? 5 переменных, да? То есть пятимерное пространство, два условия. Значит, получается, это некоторая трехмерная, ну, как говорят, там, да, поверхность, или, можно сказать, даже умными словами, многообразие. У него есть некоторая точка, вы на ней выбрали. И вот как у кривой, например, есть касательная прямая, у поверхности, это мы сегодня, может быть, доберемся тоже, обсудим, есть касательная плоскость, также у трехмерного пространства есть касательное трехмерное пространство. И в нем получаются соотношения между вот этими пятью приращениями d к си, d это, dz, d к си, d это, dz, dx, dy. Вот так. То есть можно воспринимать то, что здесь написано, как соотношение просто между, линейное соотношение между переменными. Это какие-то конкретные числа, нам они просто неизвестны. Вот. И мы знали с вами, что у нашей функции, вот z, которая зависит от xy, линейное соотношение, как она выражалась через dx и dy, она выражалась так, z' по x dx плюс z' по y dy. С другой стороны, мы получили это соотношение. Значит, это и есть z' по x, это и есть z' по y. Поэтому уравнение какое получится? У нас было z' по x равно z' по y. Мы приравниваем вот это вот к этому и получаем уравнение уже в новых переменных. Если приравнять, то есть эту скобочку к этой, то видно, что у нас сократятся dz по dz тут и тут, и останется dz по d это равно нулю. То есть в новых координатах уравнение получается такое. Но вот давайте пока на такой вопрос ответим. А как вы думаете, что это означает? Вот какие функции подходят нам? Какие являются решениями такого уравнения? Вот есть у нас функция, зависит от, ну, практически. Значит, z от кси это. И вот если здесь написано, что производная по это равна нулю, что это означает? Не зависит от этого. То есть получается, что это константа, но которая может зависеть от кси, скажем так. Поэтому функции нам подходят любые, которые зависят только от кси. Значит, если мы вернемся к тому, что здесь написано, мы получим, что вот такому дифференциальному уравнению удовлетворяют функции такого вида. Z равно f от x плюс y. Помните, мы с вами говорили о том, что если у функции есть внутренняя симметрия, она порождает дифференциальное уравнение. Ну вот мы решали с вами задачки. Например, у нас было f от корня из x квадрат плюс y квадрат. Нужно было проверить, что оно удовлетворяет дифференциальному уравнению. Сейчас мы с вами решаем задачу наоборот. Дано дифференциальное уравнение, мы нашли, какая у него внутренняя симметрия. То есть получается, что вот решением такого уравнения являются функции такого вида f от x плюс y. То есть на каждой прямой вида x плюс y равно константе ваша функция должна быть постоянна. Вот. Так. Теперь давайте посмотрим, в данной ситуации задача могла быть решена просто по теореме о производной сложной функции. То есть, к примеру, значит, вот смотрите, мы можем ситуацию перевернуть, сказать так, вот у нас есть z, оно зависело от кси и это, но нам просто эта зависимость неизвестна. А, значит, кси и это зависит у нас от x и y. Тогда как посчитать производную dz по dx? По правилам, да, производная сложной функции. Тут даже не нужна неявная функция, я здесь использовал теорему неявной функции, но можно было обойтись без нее, поскольку вы не меняете зависимую переменную. Если вы зависимую переменную не меняете, то задача решается просто вот производной сложной функции. Итак, dz по dx это что такое? Это dz по dxi умножить на dx по dx, то есть на единичку, плюс dz по d это умножить на производную это по x, тоже на единичку. Аналогично dz по dy, это у нас что такое? dz по dxi, но теперь xi по y нужно, да? То есть это тоже пока единичка.
А вот следующая производная dz по dy умножается уже на минус единицу, потому что минус единица — это производная, это по y. И вот у нас получилось соотношение. Теперь приравниваем вот это к этому и получаем тот же самый ответ. То есть вот это решение, оно более простое. Но оно не такое универсальное, как вот то. То есть то решение, тот способ подойдет вам даже, когда вы будете менять зависимую переменную. А вот этот способ вам уже не поможет. То есть два решения, видите? Одно просто теорема о производной сложной функции, другое это у нас... Да. А здесь, ну, по сути, да, это поворот и не параллельный перенос, а гомотетия, растяжение. Это поворотная гомотетия, то, что называется в геометрии. Да, то есть вы как бы систему координат повернули и растянули. Да, ну и в принципе, то есть понятно, что у вас и тут тоже, да, видите, какое-то просто растяжение получилось по сравнению с, вот, с прошлым. Да, в итоге получили, что это должна быть функция от одной переменной. Ну вот, значит, в старых координатах она такая. Так, давайте сейчас, чтобы закрепить, решим какую-нибудь похожую задачу. Так. Так, значит, а умножить. Давайте я для простоты не буду писать эти круглые, а буду писать штрихи просто. Устал писать эти круглые. Они красивые, конечно, но... Времени на них уходит много. Значит, сказано, что а не равно нулю. Так, а еще сказано, что кси это есть x, а вот это у нас есть y минус b умножить на z. Вот так. То есть получается, видите, какое соотношение? У нас новая, значит, независимая переменная связана с зависимой переменной. Это уже намекает нам на то, что могут возникнуть проблемы, когда мы говорим о производной сложной функции, вот о том решении, которое я стер. Но вот то решение, оно продолжает работать. Значит, что мы делаем? Мы опять берем этот волшебный дифференциал, да, пишем соотношение на дифференциалы. Так, ну и еще мы запишем дифференциал функции в новых переменных. То есть dz равно z' по кси dкси плюс z' по это dэта. Так, вот наши соотношения на дифференциалы получились, то есть то, что у нас есть. Из этих соотношений давайте мы выразим dz через dx и dy. То есть нам нужно вот из этой системы выразить, чему равно dz из, через dx и dy. Но в данном случае это делается просто. То есть берем dx подставляем сюда, dy подставляем сюда. Значит, получаем dz равно z' по кси, dx это dx, просто, да? Значит, плюс z' по это, а вот d это немножко посложнее. dy минус b умножить на dz. Пока что у нас dz не выражено через dx, dy. Нужно выразить. Значит, мы берем вот эту штуку, переносим ее в левую часть и делим на то, что получилось. Значит, dz равно z' по кси поделить на, что у нас там получается, 1 плюс b z' по это dx плюс z' по это dy. Видите, у нас как все романтично. z' по это. Вот. Так, не просто, да, z' какого-то человека скучного. Итак, значит, вот это z' по x получается. А вот это получилось z' по y. Ну и давайте теперь подставим уравнение, посмотрим, что получится. Что? А, не поделил, да? Вот, это я вашу внимательность проверил. Вот. Да. Да, видите, все, да, молодцы. Хвалю вас. Так, значит, нужно на а умножить первую дробь.
Так, плюс b умножить на вторую дробь. И это равно единичке. Вот, то есть вот такое получилось уравнение. Но теперь мы можем умножить на этот знаменатель, и можно увидеть, что у нас сократится b z' поэта. То есть останется все, z' поэта нас покинуло. Так, значит, останется у нас просто единица. Уже не так поэтично. Вот. Ну, отсюда можно, кстати, понять, чему тогда равно значит, z' поэта по кси, да, поэта нет у нас. Единица на a, значит, z получается равно единица на a умножить на кси плюс неизвестная константа, которая может зависеть от это. То есть вот вид у функции оказывается вот такой. Поэтому если вернуться к предыдущим, да, соотношениям, то получается, что функция, которая является решением вот этого уравнения, она... И вот теперь смотрите, что тут хитрость какая получилась. Значит, она считается так. X поделить на a плюс f от чего? Значит, y минус bz. То есть на самом деле это функциональное уравнение получается. То есть вот функция z, да, и вот снова функция z. То есть оно получилось у нас функциональное уравнение. То есть еще не то есть можно, конечно, путешествовать в обратную сторону тоже. То есть если вы знаете решение дифференциального уравнения, вы сможете найти решение вот такого функционального и наоборот. То есть у нас тут такой вот метод, который превращает дифференциальное уравнение в функциональное. Да. Ну вот из этого равенства, то есть смотрите, зафиксировали это, да, это фиксировано. Значит, производная какой функции равна константе единицы на a? Линейные функции, правильно? Значит, коэффициентом единицы на a умножить на кси плюс константа. Но константа у нас зависит от это. То есть для одного это одна, для другого другая, значит, это функция, зависящая от это. Вот, то есть у нас получилось, мы как бы мы условно решили, скажем так, это дифференциальное уравнение, но оно такое решение, да, которое ничего не понятно в нем. То есть в нем просто сказано, что нам подходят функции, которые удовлетворяют вот такому соотношению, где f — произвольная функция. То есть ответ менее понятен, чем задача, которая была. То есть само по себе дифференциальное уравнение выглядело проще. Да. Что не должно быть равно нулю, да. Если равно нулю, то мы не можем, конечно, это делать. То есть в данном случае мы себе такую вольность позволяем, примерно как, вот помните, с интегралами мы говорили, что мы выбираем тот интервал, на том промежутке ищем неопределенный интеграл, на котором мы можем это делать и на котором как бы хотим. То есть сами выбрали себе промежуток, а на нем посчитали. Тут тоже такая вольность. Мы вот эти равенства, конечно, можем получать только если знаменатель не равен нулю. Так, ладно. Значит, давайте сейчас рассмотрим ситуацию, когда у нас меняется и зависимая переменная тоже. Вот так. Так, 3474. Значит, у нас есть дифференциальное уравнение вот такое. Было, да? Y умножить на z' по x минус x умножить на z' по y. Вот так. Равно y минус x умножить на z. U у нас равно x квадрат плюс y квадрат. V равно единице на x плюс единице на y. W равно логарифм z минус x плюс y. То есть у нас ситуация такая. Были три переменные z, x, y, стали три переменные W, U, V. И нужно написать теперь, значит, уравнение для W, которое зависит от U и V. Так, ну нам, как всегда, поможет волшебный дифференциал. Он сейчас превратит это все в линейную систему. Вот, мы берем дифференциал от вот этой суммы. Так, ну и внизу тоже, да?
Так, это мы получили три соотношения на дифференциалы ДУ, ДВ, ДВ. Но еще нужно сюда добавить еще один дифференциал, а именно дифференциал новой функции, о которой мы будем говорить, то есть W по U и V. То есть мы пишем DW равно W' по U DU плюс W' по V DV. Вот, значит, получили уже 4 соотношения, да? И вот из этих 4 соотношений мы теперь хотим выразить dz, давайте я обведу квадратиком, где у нас есть dz, через dx, dy. Вот обведу все dx, dy. Да, просто мы в последнее уравнение все подставляем и получаем нужное равенство. То есть сначала dw, да, подставляем. Так, а теперь вместо du, dv, да, значит, w штрих по u умножить на du, это 2x, dx, плюс 2y, dy, плюс w штрих по v и умножаем на dv, то есть минус единица на x квадрат dx, минус единица на y квадрат dy. И вот из этого равенства нам нужно выразить dz. Ну, более-менее понятно, как это делать. Переносим dx, dy в правую часть и умножаем на z. Давайте я соберу все, что относится к dx, dy. Ну вот сразу могу написать так, dz равно z умножить. И вот теперь можно собрать то, что относится к dx, и то, что относится к dy. Значит, dx — это у нас 2x на w' по u минус единица на x квадрат w' по v плюс 1. И вот это dx. Ну и аналогично с dy. Значит, 2y w' по u минус единица на y квадрат w штрих по v dy. Так. Да, плюс 1. Видите, вы сегодня внимательны. Все пытаюсь вас обмануть, да, и не получается. Так, плюс 1. Хорошо, ну и теперь мы можем подставить вот то, что получилось у нас в скобочках перед dx, но умноженное на z, это z штрих по x. А вот это z штрих по y. Значит, у нас получается z. Ну вот, кстати, видно, z было здесь. Да, его можно сразу сократить. Давайте сократим на z. Тем более, все равно ясно, у нас замены этой не могло бы быть, если бы z равнялась нулю. Там явно z больше нуля. Так что изначально было понятно, что z положительно. На z сокращаем. Остается у нас y умножить на вот эту скобку. То есть 2xy w' по u минус y поделить на x квадрат w' по v плюс y. Это я умножил на y вот эту скобку. Минус. Умножаю теперь на x вторую скобку, вот эту. 2xy w' по u минус xy квадрат w' по v плюс x. Так, это у нас y z штрих по x минус x z штрих по y уже сокращенным z. И остается это равно y минус x. Так, значит, что у нас здесь будет? Вот видно, что сокращается вот это с этим. Так, y, тут y, а тут x. Да, y минус x сократился, да, вот этот и вот этот. Вот сокращается. И остается у нас такое уравнение. Ну, можем умножить, давайте мы умножим на x квадрат и y квадрат, да, на x квадрат y квадрат, значит будет минус y в кубе w' по v минус x в кубе w', так, снова w' по v, да? А, так вообще, а там, не, по v и там, и там. То есть получается минус x куб плюс y куб w' по v равно нулю. Но, скорее всего, у нас x плюс y равно нулю, наверное, там была какая-то особая тоже поверхность, на которой мы это все не рассматриваем. Я подозреваю, что для нее не работает теорема о неявной функции.
Но давайте мы эту поверхность исключим, то есть снова позволим себе такую вольность, скажем, что мы ее не рассматриваем, где она равна нулю, вырезаем. И получается очень простое уравнение. W штрих по V равно нулю. Мы такого типа уже решали, то есть W, получается, не зависит от V. То есть это некоторая функция только от U, которая зависит. Но значит, в исходном уравнении, если вы подставите, у вас получится, что W — это функция какая-то, которая берется только от U, да, значит, это получается f от x квадрат плюс y квадрат равно логарифм z минус x плюс y. То есть получается, что какие z нам подойдут, какого вида? Значит, нам нужно перенести в другую часть, получится e в степени x плюс y на e в степени f от x квадрат плюс y квадрат. Это можно обозначить за новую функцию g от x квадрат плюс y квадрат. То есть функции, которые нам подходят, имеют следующий вид. E в степени x плюс y умножить на какую-то функцию g, которая зависит только от x квадрат плюс y квадрат. Вот из дифференциального уравнения вытащили эту симметрию. Но, конечно, тут остается некоторый трюк, а почему именно вот такую замену нужно делать, да? То есть вот на этот вопрос мы не отвечаем, скажем так. То есть это некоторый трюк получается. Возьмем вот такую. Так, возьмем вот такую задачу, 34,88. Там второй порядок, но само уравнение достаточно простое, так что есть шанс, что мы доберемся до конца. Я тоже хочу второй порядок с вами только затронуть, так чтобы вы просто представляли себе, что там делать. А решать мы будем с первым порядком. Так, значит, 34,88. Вот это уравнение, я про него, по-моему, вам немножко говорил, уравнение колебания струны. Вот, то есть у нас функция, которая удовлетворяет уравнению колебания струны. Предлагают выбрать новые независимые переменные. Кси равно x минус at, а это равно x плюс at. Вот так. И, значит, преобразовать к этим новым переменным, значит, нашу функцию, то есть вот это уравнение, показать, какому уравнению будет удовлетворять вот в новых переменных. Я предлагаю посмотреть на эту ситуацию следующим образом. Вот была у нас переменная u. И мы будем считать, что вот она зависела от кси и от это. То есть вот как раз та функция, которую мы ищем, то есть какому соотношению она удовлетворяет. А они, в свою очередь, зависели от x и от y. И вот после того, как в нашу функцию, которую мы ищем, да, подставили новые переменные, вот x и y, и t, тут t, да, у нас, x и t, у нас получилось такое дифференциальное уравнение. А что же было исходно? Что же про эту функцию мы могли сказать? Ну давайте мы сначала по теореме о производной сложной функции выразим, чему равно du по dx в квадрате. Сейчас, я вот думаю, может быть, мы даже воспользуемся. Тут в Демидовиче есть готовые формулы на самом деле. Мы ими еще не пользовались. Они в разделе, который касается просто дифференцирования. То есть надо, так сказать, вернуться назад сильно. Сильно далеко. Сейчас я скажу, что это за раздел. Просто не хочется это все выводить лишний раз, да? Мы можем тоже ими воспользоваться. Так, это вот раздел, ну, который самый параграф 2, частные производные дифференциал функции. В нем есть пункт производная сложной функции. И даются готовые формулы. То есть давайте я переиначу сразу для нашего случая. d2u по dx в квадрате. То есть как это предлагается считать? Так. Сейчас, я боюсь, правда, я могу, переиначивая на ходу, да, могу чего-нибудь ошибиться. Ну давайте, ладно, давайте по-честному, без формул. Начнем, по крайней мере, да?
а там посмотрим. Значит, так, сначала начнем с первой производной, du по dx. Ну, это довольно просто, да, что это такое. По теореме о производной функции, то есть давайте по упрощенной записи, u' по xi умножить, и вот у нас есть явное выражение, xi это x минус at, то есть просто на единичку. Потом, значит, плюс u' по это, и снова умножить на единичку. du по dy, по dt, простите, у нас, по dt. Это аналогично, значит, u' по xi, только теперь умножается на минус a, плюс u' по это умножить на a. Видите, u' по это вернулось. Так, было z, правда, а теперь u. Так, это первая производная, а нам-то нужны вторые. И как с этим быть? А вот мы вспоминаем, что у нас задачка получается похожая. То есть у нас есть u' по xi, которая сама по себе мы воспринимаем как сложную функцию. То есть она от xi от xy, это от xy, плюс u' по это, xi от xy, от, все, не все хочется y написать, да. Напрашивается, вот зачем тут пару, да, t написали, непонятно абсолютно. Так. И мы эту штуку снова хотим продифференцировать по x. Ну как это делать? Как производную сложной функции, да? Значит, дифференцируем по t. Получается u2 штриха. Вот сначала xi, да, дифференцируем по t. Xi2 штриха, u2 штриха xi xi, xi xi. Так, умножить на xi по x. Да, то есть это мы считаем u2 штриха xx. Но единичка, да, поэтому не пишу. Дальше. Вот эту штуку теперь по это умножить снова на единичку. Потому что это штрих по x равно единице. Значит, вот все. С первым слагаемым мы закончили. Точно так же давайте со вторым слагаемым. Так, есть ли вопросы по этому равенству, откуда оно получилось? Давайте, какие вопросы? Путем дифференцирования этого как сложной функции. То есть первое слагаемое дифференцируем по x. Как его дифференцировать по x? Ну вот эта схема зависимости, вон она написана. То есть мы берем, только теперь у нас вместо u написано как бы u' по xi. Да? Значит, нужно продифференцировать эту функцию по xi, умножить на единицу, плюс продифференцировать ее по это, умножить на единицу. Вот, и тут точно так же. Аналогично с другими переменными, то есть, а нам другие не нужны, нам нужна еще повторная, вот, да, у тт, нам у xt даже не надо в этом случае. Значит, по тт, это что тогда нужно сделать? Вот взять такую штуку и еще раз ее продифференцировать по т. Значит, будет у xi xi, оно умножалось на минус а, и еще раз умножится на минус а, значит, станет а квадрат. Потом было минус а, мы дифференцируем по это. Значит, станет минус, минус а квадрат. То есть первый раз при дифференцировании по xi появлялось минус а, второй раз, когда по это, появляется а. Дальше здесь ситуация аналогичная. Здесь симметрично получается минус у xi это а квадрат. Ну а в конце получается снова плюс у два штриха это умножить на а квадрат. Так, ну и теперь что? Теперь приравниваем одно к другому. Да, приравниваем одно к другому. Только нужно еще умножить, да, с коэффициентом, да. То есть мы вот это умножаем на а квадрат и приравниваем. И что же мы замечаем? У нас сократится у xi xi, оно здесь с одинаковым коэффициентом. У нас сократится, значит, это и это, да, сократится. Останется у нас а квадрат, 2а квадрат. То есть мы из вот этого вычитаем, из вот этого вычтем вот это. 2а квадрат у 2 штриха кси это, и плюс еще раз 2а квадрат у кси это, то есть 4 становится, равно нулю. То есть из вот этого вычел вот это. Получил вот такое выражение. То есть получается, что смешанная производная равна нулю. В новых координатах вот такое уравнение. Вот, ну, его можно даже решить. Мы один раз уже с вами выяснили, да, если производная по это равна нулю. Это значит, что функция, которую мы дифференцировали, она зависела только от этого.
Только от кси, простите. То есть у нас получилось, что вот эта функция, да, она, ну, когда производная у кси, у штрих по кси, по это равна нулю. Когда сама функция константа с точки зрения это, значит, получается вот такая. Ну а когда здесь производная имеет такой вот вид, значит, нужно, чтобы это было, ну, интегрируемое по кси, то есть получается u равно f какое-то большое от кси, плюс константа, которая зависит только от это. Значит, получается, что решением являются функции, которые зависят... Давайте я вместо f большого опять напишу f маленькое, но просто букву поменяю, чтобы у нас в окончательном ответе не было f большого. Ну и здесь вот x минус от e плюс g от x плюс от e. Это вот объяснение, почему каждое решение вот такого уравнения, оно имеет указанный вид. Вот так. Вот. G — это функция неизвестная. Но также вот как, смотрите, если у вас уравнение, вот просто напишу, u' по кси равно нулю. Мы выяснили, что это подходит любая функция, которая не зависит от кси. Вот точно так же получается, вы берите какую-нибудь дифференцируемую, дважды дифференцируемую функцию, вот тут и вот тут, по, значит, ну, по своим переменным, любые. И вот они будут подходить в это уравнение. Мы это даже, кстати, проверяли с вами, задачу решали. То есть наоборот, да, проверяли, что вот всякое вот такое удовлетворяет такому дифференциальному уравнению. А тут объяснение, как это доказать, что вся, наоборот, всякое решение такого уравнения имеет указанный вид. Так, ну хорошо, значит, мы не будем с вами трогать тот случай, когда нужно будет посчитать вторую производную, если надо использовать теорему о неявной функции. Это, ну, гробовое, так сказать, обычное вычисление. То есть мы использовали здесь теорему о сложной функции. Как ни странно, теорема о сложной функции, она более простая, чем теорема о неявной функции. Давайте, домашнее задание. 34.51. Давайте так, 34.66. Давайте 34.71. И вот одну задачку давайте на все-таки неявную функцию, но там как одна производная, да, первого порядка. 34.75. Так вот. Но это тоже, впрочем, на неявную. Ну вот смотрите, если вы разобрались с тем, что я рассказал, вот задача, которая как бы на эту же тему примерно. 35.01. Вот такая. То есть это развитие той идеи, о которой я вам рассказал. То есть там нужно сделать замену и подобрать некоторые числа. Так, подобрать некоторые числа, чтобы получилось простое уравнение. Вот как в предыдущей задаче, чтобы получилось d2u под xi d этого.